Всем привет! Сегодня я со своим помощником прибыл по адресу улицы Пионерская, дом 20, к ветерану Великой Отечественной войны, к ветерану моего округа Зое Васильевне Кузнецовой. В свое время она была медсестрой, спасла очень много солдат, и даже сейчас можно равняться на то ее мужество, которое она проявляла в годы Великой Отечественной войны. Вот. Давно она ко мне обратилась, и наконец-то мы это сделали. Мы утеплили ей пол, потому что она постоянно жаловалась, что в процессе заморозков у нее паркет становится влажным и ходить по нему невозможно. Огромное спасибо моему папе, моим помощникам Андрею и Никите, которые непосредственно помогали все это менять. Поэтому сейчас давайте посмотрим, как мы поменяли ей пол. Зое Васильевне, кстати, 98 лет к юбилею Великой Отечественной войны, это к 2025 году, ей будет ровно 100 лет. О, здесь все затопило опять. Ну, вот так получается. Вот ее плита, она как раз над этой плитой живет. Мы проложили пеноплец, присоединили, пеной все обложили. Это непосредственно мой папа делал, ну, с моим домом. Ну, самое главное, чтобы ей было комфортно. В принципе, это самая малая та часть, которую наше поколение может хоть как-то проявить в заботе о ветеранах Великой Отечественной войны. Снимали, как мы сделали Зое Васильевне небольшой подарок и наткнулись на, в принципе, аварию в доме. Сейчас оперативно попытаемся сработать, потому что прорвало трубу. Канализационную. Сейчас управляющую компанию надо сдернуть. Какая здесь управляющая? Номер есть, не помню, название. Ну, номер есть, да? Да. Все, сейчас мы все сделаем. Да. Сделали мы вам пол, поэтому, надеюсь, все сейчас будет нормально. Ребятки, ну вы... Все, честь... Эда, давайте проходим. Чего? В честь чего? Мы же вам обещали. В честь окончания работ. А если я не возьму вас? Мы возьмем. Цветы возьмем. Здравствуйте. Как вы? Все, меня... пол мы сделали. Надо смотреть сейчас, да. Утеплили, ребят, поэтому нормально. Спасибо вам. Ну, мне вас угостить даже нечего. А мы все принесли. А, давайте выпьем за вашу квартиру, то, что у нас получилось 2 года назад реализовать. Да. Потом, получается, мало-помальски мы все равно вас поздравляли. И сейчас все-таки мы утеплили вам пол. И не говоря про то, что... Да ничего, я плачу, что я бы не, от меня ничего не взяли. Зоя Васильевна, ничего страшного. Вы в свое время стране дали. Сейчас страна в лице нас... Я бы старается. С удовольствием сейчас поехала, но я не понял. Зоя Васильевна, каждому свое, понимаете? Вы уже свое сделали. Скоро будет 98. Вот, давайте, в общем, чтобы будет 100 лет. Спасибо. Встретились. Миленькие мои, сладенькие, пожелаю вам всех добра, желаю вам здоровья, всем здоровья. Вам дай Бог здоровья. И чтобы у нас все было хорошо. Но сейчас все равно не могу. Россию матушку защищать надо, сами понимаете. А? Мы вот сейчас курсы по довоенной подготовке открыли бесплатные. Я со своими там друзьями, прошлым коллегами преподаем для жителей, как вообще держать оружие, то есть именно азы военного дела. Вот. Ну, давайте выпьем, а потом скажем. Давайте, еще раз давайте за вас. И до свидания. Будем здоровы.